Была я тут на концерте у Лазарева. Слушай, такой Серега молодец, а? Под потолком летал, представляешь? Настоящая смелость. Настя, вот смелость — это признаться, что ты в машине слушаешь Бузову, а Серега просто работает. Хотите сенсаций? Я был, честно говоря, без страховки. Вот, им просто не говорим никому. И еще. Я, кстати, сегодня забывал текст дважды. Ну и третье. Очень алкогольные, друзья, очень. И все это о новом шоу Сергея Лазарева «Н-тур». И если учитывать, что артист отыграл предыдущую программу «The Best» около 200 раз, то по завершении этого тура его смело возьмут в космонавты без подготовки. Ну кого удивит летающий на полотнах певец в образе Питера Пэна? Другое дело – порхающий железный скакун. Но совсем как Хагрид из «Гарри Поттера». И это не случайно. Название шоу «Н-тур», в котором «Н» – первая буква имени сына Сережи – Никита. Этот же символ певец увековечил в виде тату. Так как шоу посвящено Никите, много символов, много ассоциаций со словом «папа», «отец», «крестный отец», «молодой папа», да. Главное не увлечься поиском скрытой символики. Так и песни прослушать можно. Кстати, вот вам спрятанная буква «Н» в конце строчки. В правильном мире сильных женщин и нежных мужчин. А вот стилизация под детские кубики. В общем, засентименталил Сережка. И некоторые представители шоу-бизнеса пришли убедиться в этом лично. Он замечательный папа. Замечательный просто. Он трогательный, какой-то совершенно фантастический отец, любящий. Няшка, но он взрослый мужчина. Но он не хочет быть Сереженькой. Мы вовсе Сереженька. Он уже взрослый дядя с отчеством. Даже бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева пришла поддержать артиста. Тем более, раз звезда лично зовет, выбора не остается. Я приглашал своих коллег, друзей, сам обзванивал. Многие мне звонили, многие знали, что у меня тур. И даже просили, говорили, что ждем приглашения. Я говорю, конечно, да. Наконец, этот концерт мог бы стать поводом для еще одной сенсации. В прошлый раз, через некоторое время после начала тура «The Best», Лазарев рассказал, что собирается принять участие в Евровидении. В этот раз артист только намекнул. Должна произойти какая-то случиться песня, команда подобраться, и вообще должен кто-то вообще узнать, делегировать меня туда. Я же не могу сам сказать, я еду, да?